вот она, знаменитая улица Коробейника. Чего знаменитая? Ну, потому что Коробейник – это великий человек в городе Смело. И в честь него названа улица, которая идет, соединяет два континента. Кут и Гречковку. На ней проложен мост через реку Тясмин. Вот переулок Амурский. Даже у нас такой есть. Смотрите, какой красавец. Амурский. И сейчас мы повернем на Ленинградскую и пройдемся по знаменитой Ленинградской улице, которая рассекает район Кут. Вот смотрите, как люди уже аккуратно покопали, небось уже и посадили. Абрикоска уже начала расцветать. Березки распускают свои первые листочки. Еще пару дней, и все зазеленеет. Расцветут не только абрикоски, но и яблони, и груши. Поплывут туманы над рекой, как пелось в старой русской песне про Катюшу. Вот какой красавец Мерседес даже стоит на наших улицах. А вот и она, красавица ленинградская.